Всем привет, дорогие броняши! Вы на канале Принцесска Дензе, и сегодня я бы хотела в этом видео нарисовать поняшу, которую зовут Эпплджек. Думаю, вам понравится, как я ее нарисую. Итак, как вы видите, я уже нарисовала ее голову и рисую шляпу. Теперь рисую ее глаза и туловище, ее копыта и хвост. Итак, теперь я рисую узоры на шляпе и кьюти-марку. Итак, а я ввожу волосы и хвост оранжевым цветом. Теперь обвожу шляпу темно-вишневым и, конечно же, ее саму коричневым, чтобы контур был хорошо виден. Теперь глаза раскрашиваю, как вы видите. И, конечно же, раскрашиваю ее кьюти-марку. И волосы. Теперь я стираю лишние фрагменты, раскрашиваю цвет глаз, раскрашиваю узоры на шляпе. И, конечно же, следом саму шляпу. Теперь раскрашиваю ее полностью всю. Делаю такой золотистый оттенок, раскрашивая желтым и оранжевым сверху. Теперь пишу ее имя и, конечно же, как всегда, название своего канала.